Сегодня во всем мире отмечают День борьбы с артритом. Вопреки распространенному мнению, этой болезни подвержены не столько пожилые люди, сколько люди работоспособного возраста. Как поясняют специалисты, артрит или воспаление суставов – заболевание аутоиммунное, чаще всего врожденное. И точная причина его появления до сих пор неизвестна. Долгое время страдающие от этой болезни в итоге становились инвалидами. В последние годы получила распространение терапия специальными генно-инженерными лекарствами. Они, как заверяют специалисты, полностью снимают воспаление, позволяя пациентам вести полноценную жизнь. Но все же, отмечают специалисты, успех лечения во многом зависит от того, когда пациент обратился к врачу. При всех ревматологических заболеваниях разработаны те самые ранние скрининговые признаки выявления заболеваний, которые специалистам, всем специалистам позволяют заподозрить, так скажем, начало ревматологического заболевания, чтобы своевременно направить пациента именно к врачу-ревматологу. В крае получить такую терапию могут в 4-й Барнаульской и в краевой больницах. Она весьма востребована. По статистике, в регионе ежегодно выявляют более 800 новых случаев артрита. И эта цифра постоянно растет.